КВН очень простая градация. Так. Смешно или не смешно? Зачем веселым и находчивым Центральная лига Международного союза КВН «Самара»? Нашей лиге присвоили статус «Центральная». Такой статус имеют всего 10 лиг из 92 в нашей стране. Это значит, что наша лига уже готовит команды к телевизионным лигам. Центральная лига – это уже вещь серьезная. И тут подготовка требуется гораздо больше. Сколько российских команд приезжают в столицу Поволжья играть в КВН? 90 с лишним команд попросились участвовать в нашей лиге. Это вот со всей России 90 желающих было? Да, 30 команд мы допустили до фестиваля, 24 взяли в сезон. Где будут выступать победители Центральной лиги КВН «Самара»? Победитель Центральной лиги имеет все шансы попасть и в высшую лигу в том числе, и в премьер-лигу, то есть в 4 главных лиги нашей страны. Куча талантливых людей в нашей необъятной стране, прекрасных дам, классных парней, все они умные, все они креативные. И что еще нужно умным и креативным людям? Это, естественно, обмениваться опытом. Мы с удовольствием это делаем.